Информация, которой я собираюсь с вами поделиться, имеет огромное значение и несет в себе очень опасный потенциал. Надеюсь, вы будете внимательны и ничего не упустите. Это ничего не будет вам стоить. Та информация и сведения, которыми я располагаю, распространяются абсолютно на всех, включая даже тех, кто смотрит на мир совершенно иначе. Конечно, найдутся такие, кто будет мне возражать, но тем хуже для них, так как эти люди рискуют потерять драгоценное время на бессмысленные споры. Поэтому, когда вы узнаете всю правду, приготовьтесь к разочарованию. Но будьте готовы также что-то изменить с этого самого момента. Экономический кризис, который все больше и больше накрывает евразийское и европейское пространство, существенно распространяется, к сожалению, на весь экономический мир. Грядут колоссальные изменения в мировой экономике, но все же мы с вами находимся в правильное время. Мы живем в пятом технологическом укладе, где интернет неимоверным образом изменил экономический мир и нашу жизнь в целом. Интернет дал нам просто безграничные возможности, которые раньше казались фантастикой и невозможным. Пятый технологический уклад – это компьютеры, помещаются в карман и имеют все самые необходимые фишки для современного коммуникабельного человека. Автомобили без участия водителя сами паркуются и заезжают в гараж. Раньше это был предел мечтаний. Вернемся к ситуации. Кризисные процессы, которые происходят сейчас, и мы их наблюдаем и ощущаем, неизбежны. И нам ничего больше не остается, как только участвовать в этом и подстраиваться под сложившиеся обстоятельства. И сейчас как раз правильное время. Человечество подошло и готово к абсолютно новому этапу развития. Мы стоим на пороге шестого технологического уклада. Это рождение нового бриллианта мировой экономики. Ядро основания, на котором пятый технологический уклад будет сопутствующим со всеми своими вытекающими технологическими и экономическими достижениями. И ту экономику шестого технологического уклада, который запускает крупнейшая в мире компания Euro-Asian Rail Skyway Systems, с революционной транспортной технологией Skyway, к сожалению и к счастью, для очень многих единственный путь выхода из этого кризиса. И другого решения, кроме как переход на новый технологический уклад, ядром которого является технология Skyway, на сегодняшний момент нет и быть не может. Кто бы из вас сейчас отказался быть в доле компаний Apple, Microsoft или Google? Это рынок информационных технологий, а рынок транспортных услуг на порядок выше и прибыльнее, чем рынок информации. Люди, которые обладают здравым умом, нормальной интуицией и светлым разумом, не смогут обойти эту уникальную возможность, чтобы инвестировать деньги в проект, который всем принесет серьезные результаты. 36 лет инженерных и конструкторских разработок и испытаний приблизило нас к первому и очень важному этапу – строительству демонстрационного полигона. Затем сертификация и далее развитие инфраструктуры транспортной системы. Остается позади этап прогнозирования и описания. Сегодня компания Euro-Asian Rail Skyway Systems во главе с гениальным конструктором, ученым, автором идеи и генеральным директором Юницким Анатолием Эдуардовичем имеет календарный план-график, по которому уже сегодня успешно работает, выполняя поставленные нелегкие задачи, некоторые даже преждевременно. На очных конференциях, на онлайн-встречах, а также на официальном сайте компании вы узнаете более чем подробно о технологии, бизнес-планах, познакомитесь с автором идеи, узнаете условия инвестирования и поймете, какая выгодная возможность прямо сейчас открывается именно перед вами. Действовать нужно быстро, потому как быстрое развитие компании дает довольно быстрое снижение дисконта при покупке акций. А это значит, что акции дорожают уже вчера. Сейчас уникальная возможность, которая ограничена как временем, так и количеством. Я и мои друзья, которые узнали от меня о струнной технологии, являемся инвесторами и владельцами акций компании Rail Skyway Systems. Этим мы поддерживаем и обеспечиваем не только свое будущее, но и будущее всего человечества,
а также молниеносного воплощения идеи в реальность. Да, и еще. Акции, которые сегодня стоят всего несколько тысяч рублей, в скором будущем могут стоить миллион. Прогресс не стоит на месте, и с вашим активным желанием и участием мы построим этот ковчег мировой экономики намного быстрее. Задумались, почему не сейчас? Неизбежность технологического развития очевидна уже сегодня. Если не вы, то кто-то другой, понимающий и здравомыслящий человек, не останется в стороне. Но вместе с вами, единомышленниками и здравомыслящими людьми, мы быстрее создадим будущее, которого достоин каждый человек уже сегодня. И лично вы будете участниками творения новой истории.